Александр Галич. Сейчас я потихонечку. Ветер, поле, огоньки и дальняя дорога. Дай-ка, братец, мне трески, да водочки немного. Я седой, не по годам, я с ногою высохшей. Что, не слыхал про Магадан? Ну, не слыхал, так выслушай. А случилось дело так, как-то ночкой странною закатился к нам барак кум со всей охраною. Я подумал, все, конец, и попрощался матерно. Малосольный огурец кум жевал внимательно и скажет слово, и поест. Но морда вся в апатии был, сказал он, он и съест нашей славной партии. И про Китай, и про Лаос говорилось в премиях, но вот особо встал вопрос про отца и гения. Тут кум докушал огурец и добавил с мукою: оказался наш отец не отцом, а сукою. И так что, братцы, от татуи и панихида с танцами нам всем приказано с татуи за ночь снять со станции. А ты представь, метет метель и стужа прямо адская, а на нем одна шинель грубая, солдатская. И стоит он напролом и дымит, как конница. Я сапог его кайлом, а тот сапог не ломится. Помню, был я глуп и мал, слышал от родителя, как родитель мой ломал храм Христа Спасителя. А это ж гений всех времен и лучший друг навеки. И вот стоим ревмя ревем, и вовсовцы, и зэки. Все, больше пить уж не могу, и бью, как непрекаянный. И только слышу сквозь пургу, словно голос каменный: был вам рад я и отец, сколько перемерено. Ну что ж ты делаешь, подлец? Брось кайлу немедленно. Но тут шарахнули запал и применили санкции. Я упал, а он упал, так завалил полстанции. Ну все, скостили нам сорока и приписали в органы. Я дурной еще пока. И вот, как видишь, дерганы. И басом, басом, басана, и басаната, басаната лезут в поезд из окна.
Песенята, песенята, отвяжитесь, мертвяки, и к черту ради Бога. Эх, раз что, да еще раз, еще много, 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 много раз. Огоньки и дальние дороги.